Битве за Москву 55 лет. Увлеченные перипетиями политической борьбы, страдая от развала в экономике, мы все реже заглядываем в наш календарь, вспоминаем о великих свершениях предков. Осенью 41 года Москву отстоять удалось. Тогда люди знали, что они защищают страну, и знали, кто у них враг. Судьба столицы висела на волоске. Но, несмотря на все уговоры, Сталин не покинул Москву, укрепляя тем самым в душах бойцов веру в победу. Критических моментов той осенью было немало. Но то, что произошло в начале октября под Юхновым, ошеломляло. Прорвав оборону наших войск в районе Спас-Деменска, по Варшавскому шоссе двигались части 57-го моторизованного корпуса врага. Дорога на Москву была открыта. Вот эти люди, бывшие курсанты подольских военных училищ, оказались тогда единственным резервом Ставки. Сегодня они вновь посетили места своей героической молодости. Вспомнить былое, поклониться погибшим. Село Ильинское Малоярославецкого района. В то время один из укрепрайонов Можайской линии обороны, прикрывавший Варшавское шоссе. Зная, что на их пути нет регулярных частей, немцы бросили на позиции курсантов крупные силы, стремясь быстро сломить сопротивление и в кратчайшие сроки выйти к Москве. В 1975 году здесь, на месте боев, был открыт мемориальный комплекс, один из лучших в Калужской области. О подвиге подольских курсантов рассказывают документы и материалы местного музея. Нетрудно понять чувства ветеранов, когда они входят в этот зал. Ведь здесь, на стендах, они видят свои военные фотографии, какими они были в годы военной молодости. Согласно приказу, курсанты должны были задержать противника на 5 дней. Они же сражались здесь 12 суток. В течение 2 недель на личной карте Гитлера была надпись «Подольск, 2 офицерских училища». 30 лет назад о подвиге курсантов впервые рассказал в журнальной публикации бывший начальник артиллерийского училища генерал-лейтенант Стрельбицкий. 12 дней одного года. О них и сегодня вспоминают ветераны. Влили нас в 8-ю роту. 8-я рота нас вечером направила в боевое охранение по ту сторону реки Лужа. Вот это приблизительно... Это тот, вот здесь где-то мост должен быть. Вон он мост. Так? Вон. Где? Вон он мост. Вот тот, да? Вот мост, да. А, вот. Вот. Мост, и мы, значит, боевое охранение, 9 человек нас вошли туда. И вот утром на рассвете оттуда уже, как говорится, немцы, мы рассчитывали, что это самолеты летят. Да. Вот. Но вышли как раз из-за перевала этого, выходят немецкие танки. И вот здесь, значит, завязалась у нас, как говорится, битва. И уже пошла потом Загоскин, вывел свою роту сюда, это самое, на помощь нам. Ну, нам оттуда с боевого хранения пришлось отойти и занять, вот, мне думается, вот этот вот дот наш. Как я смотрю по этому доту, так, мне думается, это трехамбразурный дот. И вот мы в этом доте находились... До 19 октября. Георгий Петрович Яшкин тоже воевал на этих рубежах. Ныне генерал-полковник в отставке, возглавляет Всероссийскую организацию ветеранов вооруженных сил. Недавно он выпустил книгу воспоминаний, где рассказывается и о событиях осени 41-го. Теперь она пополнит фонды музея. Один из героев тех дней – лейтенант Афанасий Алешкин. Он погиб на этих рубежах. А сегодня сюда приехала его правнучка Лиза. Меня зовут Лиза. Здесь мой дедушка. Он здесь воевал. Мы им очень гордимся. Мы здесь приезжаем каждый год к нему на кладбище. Сейчас бабушка моя ушла.